Доброе утро, друзья. Мы с нашей фермицы. Здравствуйте, кажи. Ждут дойца. Кайф, привет, Красюля. Дочь маленькая. А это наша чава маленькая, красавица такая. Да? Вот что-то хочу с утра показать вам. Есть вещи, которыми мы пользовались в войне, а их можно использовать в гражданской жизни. Самый простый способ, как решить комаров. Здесь у козлятнику просто нереально было дойти козы, потому что комаров было вообще там стопина. Наверное, этому мешает дождь, было много тут рядом военные полигоны, там тоже много лужа, много свек, комары вообще их стопин. Я вспомнил, как мы в землянках делали. Вот, самый простой способ. Половинка лимона и гвоздики внутри. Вот как. Забие се штук 20-30 гвоздика. И это один лимон. Хватит у нас козлятник где-то 5 на 5 метра. И это один лимон. Вигнал почти все комаре. Очень редко можно увидеть комара сейчас у нас у козлятники. А в двору их есть много и везде тут рядом. Вот натуральный природный способ, который можете решить комаров и в вашем доме. Все, пошел дойти косы.